Проект «Лучший голос Азова Дети» создан по инициативе и при активной поддержке трех народных депутатов Украины – Александра Пономарева, Сергея Валентирова и Дмитрия Лубенца. А реализовать эту замечательную идею взялось коммунальное предприятие «Аншлаг». Именно на него возложены все заботы по организации конкурса. В прошлом 2017 году проект объединил сотни талантливых ребят из пяти районов Запорожской и Донецкой областей. А сейчас мы значительно расширили его географию, и проект «Лучший голос Азова Дети-2018» охватил 15 районов и городов Запорожской и Донецкой областей. И сегодня нас с вами ожидает яркое и красочное выступление финалистов наших региональных конкурсов «Лучший голос Бердянщины дети» и «Лучший голос Бердянска дети». Мы объединили их в один общий финал и с нетерпением ждем выхода на сцену наставников и их талантливых воспитанников. Ну и, конечно же, сегодня их работу будет оценивать непредвзятое и справедливое жюри. А на наших наставников возложена другая задача – поддерживать своих воспитанников и волноваться за них за кулисами. Итак, сегодня в нашем зале в зоне вокальных экспертов находятся Косенко Павел Борисович, кандидат педагогических наук, доцент Бердянского государственного педагогического университета, преподаватель музыкального искусства, руководитель студенческого народного ансамбля «Барвисти музыки». Иванченко Иван Иванович, основатель и бессменный руководитель хоровой капеллы «Промень». Брославская Светлана Дмитриевна, преподаватель высшей категории по классу академического сольного пения, заведующая секцией сольного пения Бердянской музыкальной школы. И Дамаскина Елена Анатольевна, руководитель городского метод объединения учителей музыки, учитель-методист высшей категории. Ваши аплодисменты, пожелаем удачи нашим вокальным экспертам.